Добрый день, дорогие слушатели. Я хотел бы начать с небольшого организационного введения. Вот те лекции, которые вы слушали до сих пор по этому курсу, они разбиваются на две части. Первая часть, она была записана на живых лекциях, а вторая – это запись, которая была сделана во время начала карантина по эпидемии. Сейчас, после этого, я прочитал 4 лекции по Zoom, которые получаются гораздо хуже, чем запись живой лекции. И, кроме того, их в тот момент не было технической возможности записать. Поэтому сейчас я следующие, это и следующие 3 лекции до конца курса, они будут эмулировать то, что происходило в действительности. Но понятное дело, я не смогу слово в слово воспроизвести то, что я говорил несколько месяцев назад, да это вряд ли и нужно. Но я постараюсь держаться, возможно, ближе к тексту. Когда я читал эти лекции в Zoom, то одну из лекций, последнюю лекцию курса, которая рисует перспективу того, как применяется теория случайных процессов в реальной науке, я прочитал вот в этом месте, просто для того, чтобы посмотреть, как работает чтение лекций вот не вживую, а на удаленке. Я этот же ход мысли я воспроизведу и сейчас. Ну, для того, чтобы было так, как было в реальности. Это не ведет ни к какому уменьшению стройности и логичности изложения, потому что, в принципе, эту лекцию можно было бы прочитать более или менее в любой части этого курса. Значит, проблема состоит вот в чем. Мы все-таки хотели бы по теории случайных процессов не только доказывать какие-то теоремы, не только заниматься построением каких-то математических конструкций, но и все-таки хотели бы применять эту науку в реальной жизни. Точно так же, как в реальной жизни применяется теория вероятностей. Но оказывается, что для теории случайных процессов все дело обстоит намного сложнее. Значит, та часть математики, которая занимается приложением теории вероятности как абстрактно-математической науки к жизни, она называется математическая статистика. Ну и, соответственно, там часто бывают курсы по теории вероятности и математической статистике. Ну, естественно, тоже часть науки, которая относится к приложению теории случайных процессов, к чему-то такому прикладному, тоже называть математической статистикой. Надо сказать, что вот в разных странах наука подразделяется на разнообразные разделы по-разному. И вот у нас вот все эти науки принадлежат к тому, что происходит на математических факультетах. А вот, допустим, в Англии там систематически возникает специальный факультет статистики, то есть статистика воспринимается как отдельная наука, сопоставимая с математикой, там, химией, физикой, географией и другими науками. Ну, это вопрос во многом научной традиции, но все-таки показательной. Так вот, в
Вот в математической статистике, применительно к теории случайных процессов, вся ситуация намного менее ясная, чем в теории вероятностей. Я постараюсь об этом рассказать и показать это на каких-то конкретных примерах. При этом мне придется считаться, что вот что конкретно делать с теми наблюдательными данными или там данными эксперимента, которые хотят обрабатывать в теории вероятности, методами теории вероятности более или менее все понятно, а вот с аналогичными задачами в области математической в области случайных процессов все обстоит гораздо менее регулярно. И наука во многом находится еще в поисках идей, что в этой ситуации нужно делать. Поэтому я отступлю от обычной нормы чтения лекций по математике, где принято работать с доской и на ней там что-то писать, а вместо этого я покажу презентацию, которая сделана с воспроизводит доклад на реальной конференции. Доклад, естественно, на международных конференциях бывает на английском языке, поэтому вы заодно, соответственно, слайды тоже будут англоязычные, вы немножко вспомните английский язык, это тоже полезно. Говорить я, естественно, буду по-русски, но, значит, картинки, они будут по-английски. Не все в этих картинках специально ориентировано на ту проблему, которую мы с вами будем обсуждать, но многое, поэтому я кое-что буду пропускать, а кое-что, наоборот, буду рассказывать более детально, чем я это делал, когда делал доклад. Сам доклад, вот здесь написано, это доклад на международной конференции, которая была в 2004 году в городе Оулу. Понятное дело, 2004 год — это 16 лет назад, и с вашей точки зрения 16 лет — это большой срок. На самом деле в науке это не такой уж большой срок. Это только корреспонденты всяких научных агентств, они полагают, что научные результаты, они возникают как горячие пирожки. На самом деле все происходит существенно медленнее. На самом деле я, конечно, перед тем, как рассказывать как показывать вам эту презентацию, я пересмотрел ее, и, конечно, здесь есть, что наука за эти 16 лет, конечно, ушла вперед, но не настолько радикально, чтобы нужно было переделывать презентацию в том аспекте, который нас будет волновать. Еще, пожалуй, из того, что здесь написано, Space Climate, это новая область науки, которая рассказывает о том, что происходит в окружающем нашу Землю пространстве, а там происходит, в общем, достаточно много чего интересного, и от этого зависит жизнь Земли, может быть, не так сильно, как могла бы. Кроме того, если уж обсуждаются какие-то вопросы о полете людей в космос, там это самая актуальная вещь, поскольку если мы не хотим, чтобы космонавты или там астронавты схватили там серьезную дозу радиации и так далее, которая там возникает во время всяких катастрофических процессов на Солнце, то, естественно, нужно про все это ориентироваться. Само название
я думаю, доклада, оно будет разъяснено дальше. А теперь давайте мы перейдем к самому содержанию. Ну, я думаю, что когда вы изучали курс теории вероятностей, то вам объясняли, что когда вы обрабатываете результаты какого-то эксперимента или наблюдений, то ну, не стоит поступать так, чтобы вам давали табличку чисел, значит, выражающие результаты этого эксперимента, и не объясняли бы, в чем он состоит, а вы бы ее бы как-то обрабатывали. Это научный стиль, который уверенно ведет к самым разнообразным трудностям. Поэтому мы для начала познакомимся с результатами, с тем, вот, какие наблюдения здесь представлены. Ну вот, значит, как справедливо писал Козьма Прутков, и на солнце бывают пятна, и действительно бывают. Вот здесь написано про солнечные пятна. Эти солнечные пятна, они образуют группы солнечных пятен. Вообще солнечное пятно – это место, где на поверхность Солнца выходят трубки, трубки магнитных линий. Значит, внутри Солнца есть очень сильное магнитное поле, оно местами прорывается на поверхность, а значит, вот в месте, где магнитное поле, мощное магнитное поле прорывается на поверхность, там, как правило, бывает ниже температура. Ну, получается это из-за того, что давление, оно складывается из двух составляющих. Во-первых, из-за того, что там летают разные атомы, ну и молекулы, если при такой температуре они остаются, и, значит, стукаются о, значит, преграду, которая туда мысленно поставлена, и из-за этого возникает давление. Так вот, другая составляющая давления связана с магнитным полем. Поэтому полное давление, оно складывается из вот такого газодинамического давления и магнитного давления. Ну а для того, чтобы среда была хотя бы более или менее в равновесии, нужно, чтобы давление так или иначе выровнялось. Поэтому получается так, что там, где побольше магнитное давление, оно пропорционально некоторой степени магнитного поля, там поменьше температура. Ну, потому что газодинамическое давление определяется температурой. Вот к этому сводится объяснение того, почему те места, где выходит магнитная трубка мощного магнитного поля, там ниже температура. Но, кроме того, это такое теоретическое ожидание, оно, конечно, проверено наблюдательно. Не буду сейчас рассказывать, каким образом. Значит, магнитные, как вас учили в школе, магнитные линии, они нигде не начинаются и нигде не кончаются. Ну, поэтому, естественно, ожидать, что вот где-то вышла эта трубка, а потом в другом месте она вернулась. Там тоже, естественно, возникает пятно солнечное. Вот два таких образом связанных пятна, они образуют группу пятен, называется биполярная группа. В одном месте положительное направление магнитного поля, оно выходит, а в другом входит. Вот на самом деле ситуация немножко более, ну то есть не немножко, а существенно более сложная, но специалисты по физике Солнца вот берутся разбивать эти самые солнечные пятна на группы. Вот. Ну, естественно, число этих солнечных пятен, оно меняется от дня к дню, но реально, ну, для того, ну, просто, в принципе, можно работать с ежедневными данными, но более или менее так устоялось работать при изучении активности Солнца
работать с ежемесячным, значит, со среднемесячным значением солнечных пятен. Ну, не обязательно так, но здесь на этом остановимся. Вот возникает такая картинка, на которой написано, как от времени зависит среднемесячный индекс солнечной активности, значит, среднемесячное число солнечных пятен. Ну, вот здесь вот написано, нарисовано, как они изменяются. Ну, что обращает внимание на этой картинке? Ну, во-первых, вот видите, здесь есть такие пики. Вот если взять линеечку и померить расстояние между этими пиками, то оно с хорошей точностью составляет 11 лет. Это такой знаменитый 11-летний цикл солнечной активности, про который там пишут в газетах, рассказывают по радио, ну и так далее. Ну, в общем, вот когда построена вот такая вот картинка, то, ну, как мне кажется, нужно быть слепым, чтобы это не заметить. Реально, в реальной науке потребовалось примерно 200 лет, чтобы люди после начала наблюдений солнечных пятен на телескопах, люди пришли к мысли построения вот подобной картинки. Она была построена где-то в начале 20 века. Был такой английский астроном Маундер, который вместе со своей женой, она тоже увлекалась астрономией, они вместе вот построили подобные картинки. И, значит, до этого, примерно за поколение до этого, немецкий аптекарь и любитель астрономии Швабе, он тоже, изучал уже, в менее таких впечатляющих, в менее впечатляющим методами тоже изучал эту зависимость, и он пришел к выводу, осознал, что существует этот самый цикл, который называется цикл Швабе. Ну, то есть вот, а начинается эта картинка, она начинается с 1611 года, когда Галилей впервые применил телескоп для наблюдения Солнца, для наблюдения солнечных пятен. Значит, тут есть много вопросов, касающихся достоверности этой картинки, качества и так далее, мы их сейчас обсудим. Но сначала мы все-таки давайте посмотрим, таким простым взглядом на вот эту картинку и попытаемся осознать, что на ней нарисовано. Вот, речь идет о некотором природном процессе. Этот природный процесс, он явно обнаруживает и следы динамики, вот возникновение вот этих пиков, это явно какой-то, там что-то вот внутри Солнца, что-то такое происходит, и современная наука, в общем, достаточно хорошо знает, в чем состоит этот процесс, мы потом еще поговорим про это, но вот тут явно есть в этом процессе какая-то динамическая составляющая. Но в то же время вот высота одного пика отличается от высоты другого пика довольно заметно. Она отличается существенно, там, в разы. А кроме того, вот здесь вот возникает такой провал, когда это поведение становится каким-то совсем неясным. Вот этот провал, на него впервые обратил внимание тот же самый Маундер, и он так и называется минимум Маундера. Вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда явно у нас в
в том процессе, который мы хотели бы изучать, у нас перемешаны и динамические свойства, и случайные свойства. Вот тут как-то вот явно в высоте этих самых максимумов не усматривается какой-то явной закономерности. Вот здесь вот есть еще один такой хиленький вот этот вот пик, и вот этот провал, где, на месте, где рисуется вот этот вот пик, он называется минимум Дальтона. Тоже вот известный был ученый, который на него обратил внимание. Так вот, мы вот с одной стороны, вроде бы это явно тянет на реализацию некоторого случайного процесса. Ну, у этого случайного процесса, видимо, представляет интерес как изучение чего-то похожего на математическое ожидание, так и таких его каких-то стохастических свойств. С другой стороны, все то, что мы изучали в курсе теории вероятностей, подталкивает на то, чтобы сказать, покажи мне хотя бы 20, там, 30, 40 реализаций этого случайного процесса. И это совершенно требование, совершенно невыполнимое. Смотрите, вот у меня наблюдения, они занимают, они начались в 1611 году. Это, я на всякий случай напомню, это год, когда Минин и Пожарский обдумывали вопрос о том, стоит ли освобождать Москву от польско-литовского гарнизона или лучше присягнуть королевичу Владиславу. На следующий год они, как известно, к какому решению пришли, но просто невозможно себе представить, чтобы они заодно обсуждали еще вопросы физики Солнца. Очень хорошо, что в Италии в это время была ситуация получше, и поэтому там Галилей, у него было время и желание наблюдать солнечные пятна. Но все-таки в целом возникает, конечно, вопрос, в какой степени мы этой начальной части этого можем доверять. Мы его сейчас немножко обсудим. Но главное, что понятное дело, что больше, более длинного ряда, хоть по какому-то параметру, сопоставимого с этим, получить нельзя. Там есть на самом деле другой источник информации о солнечной активности. Не будем сейчас про него про него говорить. Там получаются менее детальные данные, но примерно за 10 тысяч лет это данные о том, как, допустим, в годичных кольцах накапливаются радиоактивные изотопы. Даже если мы посмотрим эти данные за 10 тысяч лет, они принципиально не отличаются от представленных здесь данных. Там по-прежнему никак не кажется, что я могу разбить эту большую выборку данных или большой временной ряд на части и рассматривать их как независимые реализации этого случайного процесса. Хотя бы потому, выясняется, что подобные минимумы, они неоднократно возникали еще в этой истории, но они возникают не периодически, не видно не возникает никакой ясной мысли о том, как я мог бы из
подобного временного ряда сделать хотя бы несколько десятков каких-то кусков, которые я мог бы считать независимыми реализациями. Что в таком случае следует делать? Классическая теория вероятности ничего не говорит. Если я провожу какой-нибудь эксперимент, я его сделал один раз, то непонятно, что, как дальше я должен был бы поступать с результатами этого эксперимента. Вот я должен сказать, что и в тех данных, которые берется обрабатывать, в тех результатах физического эксперимента, которые берется обрабатывать математическая статистика, там тоже есть много разных проблем, и в частности, никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь рутинные измерения однотипные повторял бы по 30-40 раз, как рекомендуют простейшие учебники по математической статистике. Вы, наверное, помните, что курс теории вероятности начинается с истории о Блезе Паскале и Шевалье де Море. Это Шевалье де Море обнаружил экспериментально. Шевалье де Море был знаменит тем, что он был выдающимся игроком в кости. Я не призываю вас перенимать этот опыт и играть в азартные игры никоим образом, но вот Шевалье де Море не спрашивался моего совета и профессионально играл в кости. И он обнаружил, что выпадение на трех костях 11 и 12 очков, вероятность этого, она отличается приблизительно на 10% экспериментально. Он привел, как вы наверное, помните, соображение, что она должна была быть, по его мнению, одинакова, и обратился с разъяснением к Паскалю, а Паскаль это объяснил. Если бы Шевалье де Море не личное письмо Паскалю написал бы, а попытался опубликовать результаты своего опыта в каком-нибудь современном научном журнале, то легко подсчитывается с помощью теоремы Муавра-Лапласа, что этому несчастному Шевалье де Море пришлось бы чертову уйму экспериментов провести. Года 3-4 непрерывной каторжной работы это у него бы отняло. Но если бы он хоть как-то более или менее внятно фиксировал результаты своих экспериментов. Просто потому, что нужно было бы пройти много разнообразных тестов, это тоже было бы очень непросто. Но это поэтому каждый раз, когда речь заходит о применении на практике рекомендаций математической статистики, приходится задумываться о том, что реально можно сделать для того, чтобы количество нужных измерений оно не превысило бы все мыслимые рамки. Но те трудности, с которыми мы сталкиваемся на поле случайных процессов, они во много раз превосходят те трудности, которые встретились бы у Шевалье де Море, если бы он жил в наши дни и публиковался бы в современных научных журналах. Но в данном случае проблема гораздо, намного более сложна, чем та, которая встретилась для Шевалье де Море. Поэтому мы давайте поговорим о том, что современная наука может в этой ситуации предложить. Я, когда отбирал именно этот материал для рассказа, я его, я выбрал то, что получше.
не то, что похуже вам стал показывать, а то, что получше. Вот, это яркий пример. Но на самом деле, если вы возьмете замечательную книгу выдающегося отечественного специалиста по теории вероятности Валерия Николаевича Тутубалина, он написал в начале 90-х годов, в 91-м, если мне год память не изменяет, для Мехмата курс по теории вероятности и случайным процессам. И там примерно половина этой книжки она посвящена рассказу о том, какие трудности возникают при применении идей теории вероятности к практической жизни. Там она читается как захватывающий детективный роман, но для начала там рассказывается о том, оказывается, есть стандарт государственный о том, как нужно защищать постройки от попаданий молнии. И выясняется, рассматривается вопрос, правда ли, что при строительстве церквей этот стандарт выполнялся, или, их все-таки сохраняет Бог каким-то образом. Не буду у вас отнимать возможности прочитать. Это гораздо интереснее, чем любой детективный роман. Конечно, если вы получили минимальную подготовку по теории вероятности. Но ограничимся вот этим. Так вот, давайте мы все-таки немножко поговорим на тему о том, в какой степени все-таки достоверны вот эти данные. Не приходится сомневаться, что наблюдения, которые проводились когда только что были изобретены телескопы, они менее детальны, менее надежны, менее тонкие, чем те наблюдения, которые производят в наши дни. Кстати говоря, здесь нашими днями является 1996 год, который в тот момент был современностью, в момент построения этого графика, а сейчас, поскольку 2020 год, то эта кривая проведена досюда, и мы знаем, что в наши дни начался минимум по всему сопоставимый с этим минимумом, а может быть и с этим. Как повезет, он еще продолжается и развивается. В тот момент это было неизвестно, а сейчас, в принципе, эта кривая, конечно, продолжима до наших дней. На самом деле, действительно, начальные части этой кривой, они хуже наблюдены, чем последующие. В тот момент наблюдатели еще только учились это делать. Но сейчас работы этих первых наблюдателей, они очень подробно изучены. Эти наблюдатели были гораздо более прилежными, чем могло бы показаться. Приятно сказать, что это отечественная работа. В городе Санкт-Петербурге есть такая Надежда Золотова, которая она доктор наук и все такое, молодой еще достаточно человек. Она провела очень скрупулезную работу по изучению того, каково качество начальных наблюдений. Я не буду вдаваться сейчас в детали, там на самом деле такая большая международная группа работала под ее руководством. Такой в очень престижном журнале опубликованный и все такое. Там детально выяснено, что в этих наблюдениях
достоверно, а чему лучше не верить. Ну, в общем, на самом деле, вот если отвлечься от небольших тонкостей, о которых я потом скажу, это, в общем, этому до определенной степени можно верить. Вот гораздо более тонкий вопрос – это можно ли верить вот этому, вот этой части. Потому что, с одной стороны, прошло уже довольно много времени после того, как был открыт телескоп, уже как-то это немножко стало выходить из моды. Но, а с другой стороны, вот когда вам говорят, что было так мало солнечных пятен, все время есть подозрение, что на самом деле это не отсутствие солнечных пятен, а отсутствие наблюдений. Но вот здесь науке поразительно повезло. Значит, на самом деле Людовик XIV, он, видимо, французский король, который долго правил, он, видимо, был, ну просто его интересовала физика Солнца. Он вообще был достаточно сложным и замкнутым человеком, но вот, видимо, это то, что ему грело душу. И вот примерно вот здесь он организовал Парижскую обсерваторию, обсерватуар де Пари. Но это тоже не совсем одномоментный был акт, то есть, ну, там есть конкретная дата, когда он подписал соответствующий документ. Но на самом деле вот развитие во Франции астрономии, оно ну, постепенно это вот нарастало. А дальше основная задача этой обсерватории вот в этот период была наблюдение солнечной активности. Ну, точно неизвестно, как Людовик XIV достигал того, что астрономы ходили на работу и наблюдали и фиксировали отсутствие всяких сигналов. У меня есть предположение, он человек был крутой, наверное, он в случае плохой работы их бил палкой. Вот, но точно я не знаю. Вот, поэтому вот архивы этой обсерватории сохранились, и была замечательная женщина, мадам Немриб, сейчас, ну, здесь вот, сейчас я немножечко полистаю, и будет фотография мадам Немриб. Вот, вот это Элизабет Немриб. Она потратила свою жизнь на извлечение из архивов Парижской обсерватории дневников астрономов. А вот наиболее из них такой известный, тот, кто сформировал методику наблюдения этого времени, это был Жан Пикар. Вот, их удалось извлечь, восстановить и так далее. Ну, я не буду говорить, что значит, Пикар наблюдал так, что там не о чем после него больше говорить, но я смею вас уверить, что и вот когда речь идет о наблюдениях вот, более или менее современного периода, там тоже возникают разнообразные дебаты. Значит, на самом деле, вот то, что я здесь нарисовал, это в целом называется реконструкция Хойта и Шатана. Значит, мадам Немриб, она восстанавливала вот эту часть графика. Ну, а там другие восстанавливали другие графики. Ну, сейчас эти данные, они немножко такие устаревшие, но сейчас есть уже новая генерация этой реконструкции, ну, которая сделана тем же самым Шатаном, и там, ну, еще там есть люди. Регулярно бывают международные конференции, которые занимаются пересмотром и калибровкой этой кривой. Здесь возникает проблема того, что когда астроном смотрит на изображение Солнца, там же нет такой таблички, где написано «это солнечное пятно», он сам должен узнавать, где там пятно. А когда речь идет о массовых наблюдениях, то оказывается, что, ну, если вы
наблюдаете там два пятна в течение трех дней, то все, как правило, согласны, что это два пятна. А если вы наблюдаете в течение там, 20 лет там, много сотен и тысяч пятен, то там возникает эффект, что разные люди, они по-разному немножко начинают понимать содержание понятия «солнечное пятно», и какие-то мелочи, некоторые относят к пятнам, а некоторые нет. Ну, по этому поводу тоже есть обширная литература. Здесь вот есть такая современная область науки, которая называется machine learning, по-английски машинное обучение. Она тоже много чего интересного в это дело вносит, но сейчас не будем растекаться. Значит, вот оказывается, что эта кривая, да, она, в общем, во многом благодаря усилиям Людовика XIV, она в самый такой критический момент хорошо отснята. Ну, а вот, скажем, вот во время наполеоновских войн, здесь в этот момент Людовик XIV уже умер, а люди были заняты, наполеоновскими войнами, и им немножко было не до наблюдений солнца, поэтому вот на самом деле самое такое плохое место этой кривой вот здесь. Вот. И в этом месте есть существенные дебаты, сколько там максимумов. Ну, но в целом вот как-то люди научились работать, восстанавливать вот эту вот кривую. Я, пожалуй, расскажу еще, до перерыва у меня еще несколько минут осталось. Я вот хочу сказать, что здесь на этой кривой есть небольшие пробелы. Эти пробелы мы в свое время, когда занимались вот тем анализом этой кривой, о котором я хочу вам рассказать, мы их просто интерполировали. Ну, с тех пор люди научились их интерполировать гораздо, их не интерполировать, а делать там их всякий анализ, не прибегая к интерполяции, не буду тоже про это говорить. Но вот в частности, вот эту базу данных, ее просто было необходимо прочесть глазами и выяснить, какие там есть по дороге детали. Вот на самом деле в этом месте встречается гнусность жизни. Вот в этот момент люди еще не договорились, что неплохо бы каждый месяц наблюдать солнечные пятна. И вот тот человек, который наблюдал в это время активность солнца, он раз в два месяца проводил наблюдение. И там есть кусочек, который, где, ну скажем, есть данные за январь, март и май, ну и так далее, за некоторый отрезок времени. А вот за февраль, апрель и так далее данных нет. Вот в этой ситуации принтер, если туда просто подгружаешь эту базу данных и говоришь «соедини соседние точки», он вот здесь вот не рисует ничего. А на самом деле там есть высокий пик. Я его сейчас покажу на специально сделанном здесь слайде, где показаны результаты интерполяции. Вот. Вот видите, вот этот вот пик съелся просто по той причине, вот так нехорошо повезло, что вот остался вот этот кусочек и серединка, а двухконечный пик, он съелся просто из-за того, что предыдущий рисунок, он скопирован из реальной работы, он небрежно был построен. То есть на самом деле с теми данными, с которыми работаешь,
нужно вот так вот детально знакомиться. Я еще покажу парочку интересных картинок, которые говорят о том, что вот это распределение солнечных пятен, оно, у него интересно изучать не только зависимость числа солнечных пятен от времени, но и всякие другие характеристики. Вот это называется баттерфляй-диаграмма Маундера. Баттерфляй — это по-английски бабочка, вот диаграмма бабочек. Значит, вот здесь вот эта вот красненькая ось — это ось времени, и она одновременно совмещена с солнечным экватором. А вот здесь вот от солнечного экватора отложена широта солнечных пятен, ну, в гелио, ну, широта на Солнце. И здесь точками отмечено положение групп солнечных пятен. Цвет означает вот что. На самом деле у солнечного на Солнце можно ввести, ну, как говорят ученым языком, отношение порядка. Значит, можно, Солнце вращается, и можно сказать, что какое из солнечных пятен в биполярной группе находится дальше вдоль направления вращения. Ну, а у магнитного поля можно ввести ориентацию. Ну, и то, и другое — это вопрос условности, но после того, как введено какое-нибудь определение направления магнитного поля, то возникает две полярности вот этих вот солнечных пятен, у которых направление магнитных линий оно идет вдоль направления оси вращения и наоборот. Вот, ну, само, какое, сама эта ориентация — вопрос соглашения, дело зависит от ориентации магнитного поля, она определяется по правилу правой руки, то есть зависит от антропоморфных образов, либо нужно предъявить правую руку и сказать, что вот эта рука правая, либо нужно, значит, сходить в ближайшие Сельмак и, значит, поинтересоваться, какие там штопоры продают. Вот. Ну, а если вот всего этого нету, то нельзя объективно сказать, как одна ориентация отличается от другой. Значит, ну вот, тем не менее, вот эта вот одна ориентация черненькая, а зелененькая — это другая ориентация. Ну, на самом деле, вот то, что здесь нарисовано, это то, что по-английски называется artist imagination, то есть это не полная правда, а слегка приукрашенная. И из-за этого вот здесь вот, ну, она на самом деле, эта картинка нарисована с реальных данных, но вот раскраска, она привнесена вот поэтому, ну, без всяких деталей. На самом деле здесь есть приблизительно несколько процентов, ну, до 5% пятен, которые нарушают вот видную здесь закономерность. Но в целом вот полярность отсюда сюда меняется, и отсюда сюда, отсюда сюда и отсюда сюда. Вот это вот в целом называется правило полярности Хейла. Хейл — это был такой американский астроном, который в начале 20 века впервые измерил магнитное поле на Солнце. Вот, ну и вот он установил это правило полярности. Вот, ну, видно, что вот так устроены эти самые современные циклы. Я должен сказать еще, что вот, пожалуй, на этой картинке очень хорошо видно, что внесли в науку компьютеры. На самом деле Маундер начал строить вот подобные диаграммы в начале 20 века. Но вот если мы смотрим те баттерфляй-диаграммы, которые были опубликованы, ну, вплоть до 50-х годов, просто хочется плакать. Вот картинки намного более убогие, чем вот это вот.
То есть там какие-то... Вот оказывается, что вручную нанести такое количество точек, как может очень, в общем, несложная компьютерная техника, практически невозможно. То есть наши предшественники, которые жили в середине 20 века, они были лишены возможности рисовать вот подобные картинки. А сейчас, ну это да, это, в общем, такая стандартная задачка. Вот. А вот так выглядели баттерфляй-диаграммы в конце минимума Маундера, вот между 1670 и 1720 годом. Вот видите, там солнечные пятна, они были более или менее одинаково представлены в северном и в южном полушарии, а здесь явно больше солнечных пятен в южном полушарии. Кроме того, вот обратите внимание, вот здесь вот видно, что на самом деле вот концентрация солнечных пятен бежит по Солнцу. Вот это называется волна активности. Вот она распространяется от средних широт, вот это приблизительно 35 градусов. Она распространяется к солнечному экватору. А вот здесь вот волна активности бежит только в южном полушарии, а это уже нормальный цикл. И здесь две волны бегущие, здесь и здесь. А вот здесь вот, здесь видны солнечные пятна, а никакой цикличности, никакого цикла не усматривается. А вот так выглядела баттерфляй-диаграмма перед началом минимума Маундера. Вот здесь уже начался минимум Маундера, и здесь вот Пикар совершил научный подвиг. Он 10 лет наблюдал и наблюл одно пятно. Это чрезвычайно трудная задача. Вот представляете, вы каждый день идете на работу, расчехляете свой телескоп, смотрите и видите, что пятен нет. Вы там пишете у себя в дневничке: пятен нет. И, значит, очень мало людей это выдерживают. Ну, там месяц это да, 2 месяца это уже тяжело, 10 лет это называется героизмом. Вот здесь вот есть такие черные блоки. Я ими, это моя любимая деталь на этой картинке, это я уговорил мадам Немриб, что нужно на подобной баттерфляй-диаграмме отделять то, где нет данных, от того, где нет пятен. Вот эти вот блоки, черные ящички, они символизируют те эпохи, в которые наблюдатели наблюдали, фиксировали число солнечных пятен, а вот их широту не фиксировали. Они плохо, конечно, поступали, но не читали современных журналов по ряду причин, и поэтому вот здесь мы их не знаем. А вот здесь были хорошие люди: Шайнар, Гассенди, значит, человек, известный по курсу математики, Ян Гевелиус из Польши, между прочим, которые фиксировали и широты, и вот мы знаем по наблюдениям Гевелиуса, что распределение было симметричное, по наблюдениям Шайнера было симметричное, а вот по наблюдениям Гассенди он тоже отнаблюдал асимметричный солнечный цикл. Ну, тоже можно обсуждать, от чего это происходит, но давайте мы теперь перейдем к тому, чтобы нам по этому поводу можно было сделать в плане обработки результатов. Как-то мы уже познакомились с тем, как обрабатываются, как, откуда возникают эти данные. Пора поговорить о том, как их можно было бы обработать. Значит, вот перед нами данные, в которых мы хотели бы отделить такую детерминированную составляющую от шума.
и выделить прежде всего периодическую составляющую. Ну, периодическая составляющая, вообще говоря, отделяется с помощью анализа Фурье. Я позволю себе напомнить, что такое Фурье-анализ. Вот у меня есть функция f от t. Я хочу узнать, какие в ней есть колебания. Для этого я должен сделать следующее. Я должен умножить ее на комплексную экспоненту и проинтегрировать по t. Ну, если я ее разделю на единицу на корень из 2π, то получится то, что называется преобразованием Фурье. Ну, в математике есть не очень хорошая традиция писать преобразование Фурье в действительной форме, по формуле Эйлера, разлагая e в степени и омега t на синусы и косинусы. Но нам здесь это ни к чему. Значит, нужно проинтегрировать от минус до плюс бесконечности, и тогда вот там, где вот это вот f от омега, это спектральная плотность, вот там, где модуль f от омега, ну, f от омега комплексное число, там, где f от омега побольше, там, значит, эти колебания посильнее. Ну и если мы наблюдаем какой-нибудь пик на данный у функции модуля f от омега, пик на какой-нибудь частоте, ну, значит, вот есть в составе этого сигнала такое колебание. Вот мы хотели бы это сделать, но есть маленькая незадача. Мы для того, чтобы вычислить вот это вот f от омега, мы должны интегрировать от минус до плюс бесконечности. Ну, реально это как-то непонятно, как сделать, потому что нам сигнал задан на ограниченном участке. Значит, тогда обычно говорят так: для того, чтобы сделать преобразование Фурье, либо мой сигнал f от t, либо он должен быть финитным, ну, быть заданным на ограниченном участке, ну или там достаточно быстро убывать при t, стремящемся к плюс и минус бесконечности. Тогда я могу оборвать этот сигнал на том месте, где он становится слабеньким, и посчитать вот это вот f от омега. Ну, либо он должен быть строго периодическим, ну и тогда я вместо преобразования Фурье получаю ряд Фурье. Ну, либо он может быть случайным сигналом, ну, я должен там проинтегрировать по тому участку, где теряется память. Но здесь нет ни того, ни другого, ни третьего. Ну, конечно, там Солнце когда-то возникло, и поэтому, когда не было Солнца, то и солнечных пятен, понятное дело, не было. Но от этого как-то это мало греет душу. Несомненно, солнечные пятна были до 1611 года, хотя мы о них точно не знаем, но как-то было, дико было представить, что их там не было бы. Есть все основания думать, что они будут и в будущем. И вовсе этот сигнал не стремится к нулю ни при малых значениях t, ни при больших значениях t. Но он не является периодическим. Ну, потому что если я его продолжу периодически, то это все равно, что я предпишу, что минимум Маундера случается каждые 400 лет периодически, как говорится, с чего бы вдруг. Если я буду, тем более не является независимым, вот мой кусок, он не является там вырезанным там независимым от других. В общем,
Вот хорошо бы вычислить эту величину, только непонятно, как это сделать. Я, конечно, могу наплевать на все это и интегрировать от 1611 года до конца наблюдений. В этом случае вот у меня получится результат, вот он нарисован вот здесь. Вот он вот здесь нарисован. Вот вот омега – это частота, а мне на самом деле удобнее рисовать результат преобразования Фурье не для переменной t, а для переменной единицы на t, периода. Ну, это тоже, в общем, нетрудно организовать. Вот он здесь относительно периода нарисован. Вот у меня получится тогда вот такая вот штука. Ну, на самом деле, это написано для иллюстративных целей, резко никто не поступает. И все уж как-то борются с той проблемой, что у нас сигнал не затухает. Но вот если поступить вот так вот, то видно, что я практически любое число, которое находится в интервале от месяцев до 100 лет, могу объявить периодом. Здесь практически на любом периоде есть какой-нибудь пичок вот этого сигнала. В реальной жизни исследователи последовательно практически для любых значений здесь предлагали, что такая периодичность тоже есть. Но вот 11-летний пик, он тоже здесь, конечно, присутствует, и он повыше, чем остальные, но вот очень трудно аргументировать, что вот этот вот пик, он так безумно хуже вот этого или вот этот вот пик хуже. Вот. Возникает необходимость сделать что-нибудь, чтобы все-таки помочь горю. Это была соответствующая техника, она в развитом виде появилась сравнительно недавно, где-то в 80-х годах нашего, теперь моего, но не вашего, века. Это называется вейвлет-анализ. Идея его состоит в следующем. В чем состоит идея анализа Фурье? Я сравниваю мою функцию f от t с синусоидой, с синусоидой и косинусоидой. Потому что по формуле Эйлера e в степени i омега t – это косинус омега t плюс i синус омега t. Вот две периодические функции. Две бесконечные периодические функции, сдвинутые. Вот я сравниваю мой сигнал и изменяю частоту этих синусоиды и косинусоиды и сравниваю с ним. Это хорошо, когда у меня сигнал ограничен. А если у меня сигнал не ограничен, то возникает идея, а чего бы мне пользоваться, почему бы мне рисовать точную синус и косинус, нарисую-ка я вместо него вот что. Возьму-ка я волновой пакет, вписанный в гауссиану. Функцию e в степени i омега t минус a t квадрат. Минус a t квадрат. Тогда вот такая функция, она называется Mother Wavelet Function, по-русски, материнский wavelet, по-русски все-таки значительно меньше терминология устоялась. И я могу теперь функцию пси от t, из нее вычитать t минус t0 и делить на... Давайте я вот здесь напишу b, чтобы у меня не путались буквы. А вот здесь вот буду делить на a, или на t большое. И
Вычислять пси от t минус t0 поделить на t, на f от t по dt, и здесь я могу интегрировать от минус до плюс бесконечности, потому что моя вот эта вот функция пси от t, она быстро затухает на плюс и минус бесконечности. И вот этот интеграл, он вполне хорошо устроен. И он у меня, он называется вейфлет преобразованием. Оно зависит от двух теперь параметров, от t0 и t. Вот то, как зависит от t, показывает, на какой частоте, ну или с каким периодом у меня вносятся мои колебания в систему. А t0 показывает, вблизи какого места это колебание сосредоточено. Вблизи какого места это колебание сосредоточено. Ну а дальше, после того, как я нашел эти коэффициенты, я могу проинтегрировать по dt0. Могу проинтегрировать по dt0. И у меня возникнет аналог преобразования Фурье. У меня возникнет аналог преобразования Фурье. Вот у меня этот аналог преобразования Фурье, он нарисован вот здесь. Вот. Ну, на самом деле, эти две кривые, они практически налегают друг на друга. Ну и для того, чтобы их легче было читать, один график умножен на, ну, на какое-то число, чтобы его сдвинуть от, друг относительно друга. И вот вместо вот этого бессмысленного частокола вы видите, как этот вклад меняется. Вот это детерминированное колебание. Это детерминированное колебание. Вот еще одна такая детерминированная компонента возникла вот здесь. Для преобразования Фурье она тоже, конечно, есть. Но вот нужно быть очень смелым человеком, чтобы поручиться, что вот это лучше, чем вот это. Вот, это называется цикл Глейсберга. Ну, про него тоже много люди говорят. А вот это вот, это да, это случайные компоненты. Это случайные компоненты. Теперь можно, например, взять и выделить, как зависит номинальная длительность 11-летнего колебания. Просто выделить ту составляющую вейфлетов, вот этих вейфлет-коэффициентов, которые соответствуют вот этому пику, и посмотреть, как она зависит от времени. Вот. Вот видите, вот на самом деле это 11-летнее колебание, оно, вот, ну, здесь вертикальные линии построены, не обращайте на них внимания, они там для всяких более детальных вопросов нужны. Вот видно, что это номинальный 11-летний период, он как-то болтается между, ну, там, 10 там, и 12 годами. А колебания вблизи самого минимума Маундера, они пропадают. Там не видно этих колебаний. А можно еще устроить вот что. Можно построить такую диаграмму, на которой показано тенями, интенсивностью теней серого, показать вот это вот время t0, а это длина периода t большое. И здесь вот там, где тень, это вот 11-летний цикл. Вот видно, что он не совсем постоянный, вот здесь вот он немножко вот так сюда уходит, становится подлиннее цикл. Вот здесь вот он уходит вниз и становится подлиннее цикл. А вот, это цикл Глейсберга. Это цикл Глейсберга. Значит, этот рисунок был впервые построен тоже в 96-м году.
И надо сказать, что это еще одна составляющая, на которой хорошо видно, что нового внесла компьютерная математика в наши дни. Вот в 96-97 году еще не было таких вещей, как, скажем, формат PDF. И тем более формат EPS. И поэтому вот эту вот картинку, ее сначала на существовавших тогда, ну, возможно, эти форматы были где-то у очень продвинутых специалистов по компьютерной математике, но, во всяком случае, в трудах астрономов их еще не было. Вот поэтому сначала вот эту картинку мы делали на бумажке, на принтере рисовали, а потом я для связности скажу, что я в это время в течение года работал в Парижской обсерватории вместе с мадам Немриб. И там был такой фотограф Жерар, с которым мы в течение недели вот, нарисованной картинки это переводили на слайд, на фотографию. А потом эту фотографию публиковали в журнале. Ну, есть такой журнал европейский «Astronomy and Astrophysics». Я когда первый раз получил корректуру из этого журнала, мне так было нехорошо, потому что оказывается, что воспроизвести вот эту вот картинку на таком аналоговом принтере, который был у издателей журнала, это совершенно непростая задача. Это вот такая задача долгого упражнения с тем, как параметры там, этого принтера восстанавливаются. Сейчас, конечно, когда такие картинки делаются в цифровых форматах, это все гораздо проще. Но вот и с контрастом вот этих вот полос можно играть. То есть это вот тоже достижение всего последнего времени. И более того, я хочу сказать, что, к сожалению, вот эта работа, это была последняя работа, в которой мадам Немриб принимала участие. Она в 97 году умерла от рака. И вот с тех пор вот эти бесценные данные, они лежат в Парижской обсерватории. А там для того, чтобы с этими астрономическими рукописями работать, ну, скажем, нужно, ну, такие мелочи, нужно уметь читать по-старо-французски, скоропись. В общем, это не то, что легко дается. И вот, вот смерть одного человека, она очень сильно задержала дальше развитие всего этого дела. А интернет в то время был в совершенно такой зачаточной стадии, и поэтому вот очень многое из того, что вводило в научный оборот мадам Немриб, оно не было отснято в интернете. И вот сейчас вот Золотова, она очень много занимается этой работой. И вот задача извлечения из архивов Парижской обсерватории этих данных и введения их и помещения их в интернет — это очень сложная и непростая задача. Вот когда сейчас очень любят говорить, что советские, а сейчас российские архивы, они труднодоступны. Это, наверное, правда, и с этим, наверное, нужно бороться. Но вот выясняется, что французские архивы, они тоже нисколько не менее легко доступны. И вот извлечь из них нужные данные, ввести их в интернет, это очень и очень непростая задача. Вот мадам Немриб этому посвятила всю свою жизнь, ну, с некоторыми изъятиями. Но, в общем, это тоже пример того, что очень непросто дается. Ну ладно, я все время про задачи из физики Солнца. Я позволю себе еще немножко поговорить, еще время немножко есть. Вот
Оказывается, французские астрономы, они наблюдали не только эти классические французские астрономы, они не только наблюдали солнечные пятна, они наблюдали то, что называется видимым солнечным диаметром, apparent solar diameter. И вот во время минимума Маундера у него были вот такие вариации. Вот здесь вот то, что было до, а это вот современные астрономы на той же самой аппаратуре, они вот пронаблюдали, какой он видимый солнечный диаметр сейчас. И здесь вот данные, вот вейфлет-анализ, он тоже выявляет такую циклическую зависимость. А вот еще одна такая вот вещь. Оказывается, что есть важная проблема про глобальное потепление. Вот хорошо бы для его исследования иметь длинную базу данных. Вот оказывается, такая длинная база данных есть в центральной, есть такой район, который называется Central England, Центральная Англия. Ну, нам представляется, что Центральная Англия — это район где-то в районе Манчестера. На самом деле нет. Это англичанам самим представляется, что Центральная Англия — это вот чуть-чуть севернее Лондона, там, где примерно жил Шекспир. А вот Манчестер и Ньюкасл — это по их представлениям, как по нашим, примерно Магадан. Вот. Вот оказывается, что в этой Центральной Англии с 1659 года, были, значит, и до нашего времени есть, значит, такая, ну, такая сеть церквей. Ну, это само по себе не удивительно, но вот их пасторы, они, очевидно, не совсем находят полное удовлетворение в богослужении, а еще они занимаются изучением, регулярным изменением температуры. И вот для этого региона, начиная с 1659 года, есть данные о ежедневных, а также, ну, а из них получаются данные о среднегодовых температурах. Вот видно, как эти среднегодовые температуры, они менялись. И здесь вот предлагается на этих данных узнать, как менялась средняя температура. Ну, а надо сказать, что средняя температура, она менялась не очень сильно, а вот от года к году они менялись здорово. И возникает вопрос, как, ну вот это такие погодные изменения, а вот как провести разницу между погодой и климатом. Ну, вот возникает идея, что нужно сделать вейфлет-преобразование, узнать, как устроен спектр колебаний, ну, найти где-нибудь там разумную границу, значит, восстановить, можно делать обратное вейфлет-преобразование, восстанавливать вот эту флюктуирующую часть и вычесть отсюда. Ну вот эта программа была реализована. Вот в результате получается, ну здесь и показаны разные варианты того, как можно делать, не будем на это отвлекаться. А вот как ведет себя средняя температура в Центральной Англии. Вот. Ну вот здесь видно глобальное потепление, примерно на градус. Ну, здесь еще 20 лет прошло, еще немножко выросло. Вот. А здесь вот видно похолодание. Про это энтузиасты пишут, что это малый ледниковый период. И говорят, что тогда было очень холодно и очень плохо для сельского хозяйства, ну и вообще люди страдали. Вот. От чего он был, точно не очень понятно. А вот здесь вот зато видно, что потепление. Это, вот, видимо, то, про что говорят
люди, которые борются с глобальным потеплением и связывают его с антропогенным фактором. Есть только немножко, вот что здесь немножко настораживает, оно начинается примерно в 1870 году. А в это время еще как-то там ни машин не было, и загрязнение было. Ну, может, и было тоже, но, во всяком случае, вот оно достаточно рано начинается. И вот продолжается. Но вот в тот момент, когда подобные кривые методами вейфлет-анализа стали получаться, то люди так, нехорошо о коллегах плохо говорить, но скажу немножко. Вот были, скажем, фотографии, ну, скажем, машины на Манхэттене, и, значит, вот подобные температурные кривые. И говорилось, что да, это вот нехорошие автомобилисты виноваты в потеплении. А вот когда подобные кривые стали получаться, то как-то вот не было в 1870 году еще автомобилей. Да и очень трудно себе представить, чтобы и здесь вот они тоже так вот много вносили в эту кривую. Она так вот идет вот так ровненько и постепенно увеличивается. Вот. Но это все, конечно, вещи, которые заслуживают самого пристального изучения. Но я, пожалуй, вот в конце расскажу вот какую историю. Мы когда написали эту работу, ну и опубликовали ее в очень приличном журнале, таком международном, вот, сижу я дома, как говорится, ничего никому плохого не делаю. Звонит телефон, говорят, с вами говорит представитель Greenpeace. Вы уважаете Greenpeace? Я говорю, да, очень уважаю. А вот мы прочитали вашу статью, она чрезвычайно интересная. Не могли бы вы прийти на нашу пресс-конференцию и рассказать о том, как ваша работа помогает бороться с парниковым эффектом? Я говорю, я могу, конечно, прийти, но вы внимательно читали то, что написано в статье? Да, говорит, очень хорошо, очень все внимательно читали. А вы действительно поняли то, что там написано? Да, говорит, как не понять, вы так ясно пишете. Так я же говорю, а вы же видите, что на самом деле этот результат, он не совсем поддерживает представление о том, что это потепление связано именно с парниковым эффектом. Ну, эта девушка говорит, так вы что же не согласны, что нужно бороться с загрязнением среды? Я говорю, я согласен, конечно, что бороться с загрязнением среды, безусловно, нужно. Вот даже в нашем лесу вот так пакостят. И поэтому мне кажется, что с этим обязательно нужно бороться. Но при этом врать так нельзя. Потому что если будешь врать, то кто ж тебе поверит? Вот. Ну, в общем, так мы с ней тяжело поговорили. У меня сложилось впечатление, что она не поняла эту точку зрения. Вот. И, естественно, на этой пресс-конференции мне выступать не пришлось, но вот это такая иллюстрация того, что вот хотелось бы, чтобы научные методы доказывали то, что тебе хочется, но иногда вот они кое-что доказывают, а кое-что нет. Вот примерно то же самое можно сказать о вот этом вот похолодании. Вот очень бы хотелось его связать с минимумом Маундера солнечной активности. Вот он примерно тогда же и был. Но как-то, а соответственно, сказать, что на кривую оказывает влияние солнечная активность. Но вот, к сожалению, уверенных аргументов не находится. Ну вот это вот как-то дает представление о том, что в современной науке люди, ну как примерно, работают вот с такими данными. Ну а как будут работать в науке будущего, ну это уже вам в значительной степени определять, и вы это посмотрите. А сейчас мы кончаем это ответвление, и на следующей лекции вернемся уже к обычному регулярному курсу. Все.